Здорово всем! Корпус Accord SKY01, то бишь 01. Давайте быстро побежимся по нему. Это очень старый корпус, и мне было интересно его заказать, так как он был, в принципе, бюджетный. Сейчас его уже на Озоне нет, увы. Но вы можете где-нибудь в другом месте его купить. Самый дешевый корпус с стеклом, только это спереди и пластик. Кадем, как неприятно, как неожиданно. В общем, спереди у него есть USB 3.0, 2 USB 2.0, не показываю. Получается микрофон, наушники, резет, кнопка и включение. Обычные кнопки совершенно. Сбоку у нас у него бум. Есть одно расположение под вентилятор 120 мм. Открываем его быстро руками, потому что тут есть такие баранки, болтики, да? Бум. Тут мы смотрим, что есть место под 3,5. Не-не-не-не-не. Есть место под DVD зачем-то, не знаю, но оно тут есть. Корпус старый, так что они должны были как бы его включить сюда. Эти кабеля убирать мы будем куда? Сюда, куда-то. Сейчас заднюю стенку откроем и посмотрим. Так, здесь мы блок питания у нас, естественно, сверху ставится, потому что корпус довольно старый. Не то, что Гинзу, сука. Могли бы вы делать с нижним расположением блока питания корпуса. Тут у нас дырка такая есть, тут довольно-таки нормальное место. Ну, тут, правда, палец еле пролазит, но все равно нормальное место. Так, тут такая дырка есть. Здесь есть дырки под мини-ITX-платы, под ATX-платы. ATX-платы, тут нет дырок, только вот эта дырка. Нет, ATX-платы вот отсюда проходят, то есть тут вообще дырок на них нет. Короче, для микро-ATX-плат этот корпус будет лучше. Сзади у нас 120-ка и, собственно, все. Ножки у нас здесь какие? Ясно. Печально. Так, давайте открывать все-таки заднюю сторону. Заднюю сторону. О, боже мой. Сейчас. Еле открылось. Так, здесь у нас под SSD-шки два места, либо 2,5-дюймовые жесткие диски, значит, да. Здесь у нас и место под жесткие диски, типа, да, с одной стороны будут, как они крепиться, как они тут держаться, будут вообще непонятно. Совершенно. Здесь у нас нет никаких дырок, почему, не знаю. И здесь у нас дырок тоже нету. То есть вот эти кабеля, которые там, мы будем протискивать как? Как? Через это место, что ли? Ну, потенциально можно, но, возможно, они не подойдут тогда по длине. Чего не по длине? А, ну, в принципе, нет, подойдут, в принципе, по длине. Все нормально. Так, ну и в комплекте еще вот такая штучка есть с гвоздями, как я обычно говорю, да? Еще бипер есть зачем-то. 1700 рублей. Стоит оно того или нет? Maybe да. Maybe все-таки да. Но тут где место под... А где он воздух затягивает? А вы серьезно? Тут, кстати, еще два места под жесткие диски и SSD-шки. Но где он воздух затягивает? Вот здесь? О май гад, это очень плохо. Ну и со сторон, да, немножко есть. Главное слово, немножко есть. Совсем немножко есть. Ну, это грустно. Это прям очень грустно. Насчет продаваемости я бы поставил ему из 10 2 нахуй. Ну, потому что у него хотя бы есть 120-ки, тут такие нормальные дырки. А вот спереди зачем эти 120-ки ставить, зачем, вообще непонятно. Это какой-то first player момент вообще на самом деле. Ну, а так, в принципе, ну, годный корпус за свою цену. Для того, чтобы перепродать, наверное, все. Всем спасибо, всем пока.